Юрій Анатолійович, я радий вас вітати. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вам нові дані щодо кількості населення України? Чи довіряєте ви урядовій оцінці, що українців без врахування окупованих територій зараз 37 мільйонів приблизно? І таке питання, що, власне, потрібно зробити державі, щоб збільшити кількість населення хоча б до тих 50 мільйонів, які в Україні проживали ще не так давно, в принципі? Насправді, це ж неофіційна статистика. Це цифра, яка виведена на основі методики, яку ми взагалі не бачили. И не знаем, что в сути. А цель, по-моему, одна. Вот у меня своя позиция по этому вопросу, потому что я считаю, что все это сделано для того, и подогнали количество для того, чтобы в следующем году показать рост ВВП на душу населения. Чтобы таким образом показать, что экономическая политика правительства не провальна, а дает какой-то экономический эффект. Вот для этого и выводят цифру, которая, казалось бы, правдоподобная, и в то же время она может служить основанием для того, чтобы показать привлекательность с точки зрения правительства показатели по ВВП на душу населения, что является одним из основных показателей развития экономики. А что касается увеличения количества людей, то в первую очередь это должна быть государственная программа. Это и помощь молодым семьям, и увеличение выплаты на новорожденных, и медицинское обслуживание соответствующее, и бесплатная медицина при родах. Это создание рабочих мест, а не выталкивание людей за границу, где они уезжают и создают новые семьи там уже. То есть это должна быть государственная программа, кропотливая, но без нее не обойтись. И вот такими наскоками, показав там и чего-то сказав, такими наскоками демографическую проблему не решить. Цього тижня головні політичні події відбувалися все ж таки у Давосі. Як ви оцінюєте участь української делегації у цьому форумі? І чи здатна, на вашу думку, нинішня влада залучити потужних інвесторів закордонних в Україну? Насправді, це був типічний політичний туризм, тому що поїхало дуже багато депутатів просто подивитися, потусоваться, как говорят, вот, получить какой-то опыт. Наверное, это с точки зрения опыта правильно. Только непонятно, за чей счет они туда все ездят. Я только хочу додати, что это за дорогое задоволение. Это дорогое удовольствие. Во-первых, ну, как правило, вот из опыта посещения Давоса, из чего состоит делегация страны? Это президент или премьер-министр, 2-3 министра, там 2-3 советника и бизнесмены в основном. Я не помню никогда, чтобы какая-либо страна отправляла в Давос там 20, 30, 40 парламентариев, как это было у нас. То есть это политический туризм, люди захотели потусоваться, и сейчас мы разбираемся, за счет кого они туда ездили, не пострадал ли от этого бюджет. И соответствующий запрос мы уже направляем в руководство Верховной Рады, да, и будем рассматривать это все и работая с депутатами отдельно. А что касается презентации страны, то на самом деле я считаю, что вот должна быть позиция страны представлена на таком форуме очень солидно и едино. И, конечно, никакими украинскими завтраками, там, вот, высказываниями там, не заменишь выступление президента. И когда он выступает в пустом зале, это показатель, к сожалению, критического отношения к будущему страны, к тому, что презентуется. Это отсутствие интереса. И вот на подобных форумах они чем ценны? Тем, что можно встретить очень много специалистов, людей, чиновников в одном месте и решить очень многие вопросы. И вот для этого форум, в общем-то, вторая часть, его вторая задача, для этого он и собирается. И вот это было полностью упущено. То есть переговоров знаковых, кроме там невнятного обещания консультировать железную дорогу со стороны немецкой компании, больше ничего нет. Ваш прогноз, як довго ще може проіснувати чинний уряд? На тлі останнього зарплатного скандалу президент дав іще один шанс прем'єру Гончаруку, як він сказав, і, до речі, наказав розібратися з зарплатами. Але все ж таки чутки про те, що будуть і ротації, як мінімум кількох міністрів ходять. Взагалі, от, кого у чинному Кабміні пора відправляти у відставку, на ваш погляд? На самом деле, вот, когда проанализируешь так называемую программу правительства, которая, в общем-то, набор лозунгов, и что происходит на самом деле, понятно, что надо в отставку отправлять все правительство, потому что каждый день его пребывания у власти, он ведет страну к экономическому краху. Падение ежемесячного промышленного производства на 5-6%, что мы наблюдали последние 3 месяца, это крайне тревожно. Просто трагическая тенденция. Вот я сейчас езжу по стране и вижу, как много предприятий практически останавливаются раз за разом.
И самое главное, даже не в тех скандалах, которые там их записали, они там друг друга нелицеприятно называли, а дело в том, что они не понимают, что делать с экономикой дальше. Как она должна развиваться, это наука, как должны создаваться рабочие места, как поддерживается макрофинансовая стабильность, как выравнивается торговый баланс. То есть база вещи, от которых зависит жизнь в будущем, они не понимают, как это сделать. А последний скандал, когда они себе поставили зарплату в сотни тысяч гривен, при том, что практически заморозили социальные выплаты, это было просто пощечина всем людям. І дуже серйозно настроїло общество. Проти... Пане Юрію, а чи можна зробити зарплати посадовців, міністрів прозорими і не такими скандальними з огляду на стан економіки і на стан доходів цього нашого суспільства? Ну, зачем нам видумувати велосипед? Давайте посмотримо на республіки Прибалтики. Зарплата міністра, там, скажімо, Естонія, Латвія, Литві, вона прив'язана к середній зарплаті по стране. От, скажімо, в Естонії... Тобто покращує життя 3,5... населення, покращує шосові. Хочеш отримати більшу зарплату, увеличуй середню зарплату по стране, там 3,5 коефіцієнт, і у тебе буде вища зарплата. Ну, не в 10 раз, як вони поставили себе самі, причому глянув на потолок і оттуда просчитав себе зарплату без всякої прив'язки к пенсіям, к зарплатам людей, учителей, врачей, то есть тих, которых, в общем-то, вибрали, і которые їм довірили. І от це самое обидне було для людей увидеть, наскільки їх цинічно обманули. Зрозуміло. Дякую вам за ці відповіді. Юрій Бойко, співголова опозиційної платформи «За життя», Спасибо. Відповідав на мої питання. Ми з вами продовжуємо подробиці тижня. І ось які теми обговорюватимемо далі у нашій програмі.